И сегодня мы с вами посетим кладбище заброшенной спецтехники, спецслужб с Валентином. Пробираемся уже на территорию. Пару лет назад я уже это место снимал. Но мы решили вернуться сюда снова, посмотреть, остались ли те машины, или их уже нет, или другие. Посмотрим, попробуем выяснить, в каком состоянии эти машины списываются, что с ними дальше происходит. В общем, должно быть интересно. Оставайтесь с нами, а мы погнали. Кто не помнит, кто не смотрел мой первый видос из этого места, ссылочка тут сейчас появится, можно на нее нажать, кликнуть, посмотреть предыдущее видео. Вот. Место, естественно, сильно охраняется. Здесь есть собаки. Кто смотрел первый видос мой, тот знает, что я убегал от собак и прятался в машинах. Так что будем вести себя максимально тихо, аккуратно. Все, погнали смотреть. Вот этот баргузин стоял здесь. Десятка как стояла, так и стоит. А там стоит гнилой автозак. Но я вам их уже показывал. Продвигаемся туда, как раз куда нам нужно. Пробрались уже к первым машинам, которые максимально близко к нам находятся. Попробуем отснять максимально много, насколько получится нам продвинуться. Подобрались уже, короче, к первым машинам. Здесь такие стоят разбитые, расфигаченные всякие. Не знаю, может это типа штрафстоянки, либо конфискованных машин, либо которые восстановлению не подлежат. Но их здесь просто сотни. Даже, наверное, не сотни, а тысячи. Стоит Lexus. А, это крузак. 200-й крузак. BMW. Вот что при ДТП бывает с машинами. Мост даже оторвало. Точнее, всю переднюю подвеску. Крузака салон какой-то взорванный чуть-чуть. Детское кресло стоит. Там куча автобусов и всякой разной техники. Попытаемся, конечно, туда подобраться, но не знаю, получится или нет. Стоит чипырочка полугнилая. Нам надо попасть вот к этим, к полицейским тачкам. Там вот вижу аудюха 80-я стоит. Б3 кузов беленькая. И она вообще целая полностью. Подобрались к первым тачкам. Стоят хантеры. Полицейская буханка. Там куча полицейских тачек.
двинуться дальше, ближе к ДПСным машинам. Здесь такой УАЗик без переднего моста. Вот такие с гнилыми крыльями. Им, в принципе, еще ездить и ездить. Но они здесь стоят уже далеко не первый год. Потому что я здесь был 2 года назад. И все вот эти машины, я их видел уже. И они уже все здесь стояли. Но много добавилось новых. Но они ближе к охране. И мы туда просто физически не можем подобраться. Потому что спалимся. Ну, сами, да, понимаете, где мы лазаем и чем это может быть чревато. Так что за то, что тихо говорю, там в комментах не пишите, что типа вы тут охране заплатили, чтоб вас пустили. Ни хрена подобного. Если бы мы заплатили охране, мы бы уже все отсняли давным-давно и отсюда свалили. Помимо охраны, здесь еще куча собак. Смотрите, сколько их стоит. Просто охренеть, вон там еще мотоциклы вижу. Я бы сказал, более чем хорошее. Ну, есть, конечно, рыжики, где-то ржавчина, уже вот колеса спущены все. Такая история с такими зелеными стойками. Все, конечно, я вам их не покажу, просто не смогу ближе подойти. Покажу здесь, сколько смогу. Такие, короче. Там стоит машина скорой помощи. Здесь не ДС. Сейчас подойду поближе. Посмотрим, как скорая выглядит. Она, конечно, виды повидала, пороги запенены пеной монтажной. Открывать не буду ничего, они хоть и открыты, но шуметь вообще никак нельзя. С этой стороны она более целее. Здесь УАЗики стоят. Переславль-Залесский, Дзержинский район. Тут, короче, со всех районов, со всех областей эти списанные машины. Ну, такие, да, большинство из них уже, конечно, свое отъездили. Но на запчасти, в принципе, их можно было бы, конечно, пустить металлолом, запчасти, но они стоят, просто гниют здесь.
стоит гранточка. Очень в неплохом весьма состоянии. Прямо вообще сохранившаяся. Там жиги. Сейчас постараюсь вам поснимать еще второй ряд машин. Передвинемся туда. Будем готовиться отсюда выбрасываться. Ну, сами это понимаете, что долго находиться здесь вообще противопоказано. В любой момент может начаться обход, и мы просто отсюда даже не сможем убежать. Такие уже капотик, конечно, подгнивший. Уазики, чайки очень сильно орут, сволочи, мешают мне снимать. Вот, кто смотрел мой видос, первый отсюда, вот эта Волга Сибур стояла 2 года назад здесь. И до сих пор она здесь. Она открыта. Да они, в принципе, все открыты. Вот кабан стоит, уханочка стоит, невасик. В принципе, все машины, которые здесь были, они так до сих пор здесь и стоят. Добавилось много новых, но не все там дальше. Туда я близко не пойду. Честно говоря, не знаю, почему они здесь все так стоят, их с ними ничего не делают. Тут уже даже растут березы через, ну, прямо через машины. Как-то, по сути-то, можно было, конечно, их распродать. Там, я не знаю, на аукционе людям сдать в разбор в какой-то. Почему-то, хрен его знает, они все равно продолжают здесь стоять. Никуда не используются. И ничего. Даже УАЗик открытый. Полицейский. Оборудования, конечно, здесь уже никакого нет. Просто пустой. Посмотрели, мы
выкидываемся отсюда. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал. А я отправляюсь искать для вас следующий объект. Всем пока!